Вечером 21 декабря в региональный следственный комитет поступило сообщение о погибших на пожаре в Вышнем Волочке. Двух женщинах 82 и 76 годов рождения. Из этого же дома в стационар больницы доставлен 2-летний мальчик, который впоследствии скончался. По факту гибели 3 человек Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СОСК России по Тверской области возбуждено уголовное дело. Следователям следственного комитета и сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые объекты, которые могут иметь доказательственное значение, допрошены очевидцы и свидетели. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах погибших не имеется. Точные причины их смерти будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз, назначенных в рамках расследования уголовного дела. Очаг возгорания, по имеющейся у следствия информации, находился внутри жилого помещения. Точная причина возгорания будет выясняться в ходе пожарно-технической экспертизы. По данным МЧС, пожар начался в 19:14 21 декабря в квартире жилого 2-этажного дома. К приезду 1-го пожарного подразделения квартира на 1-м этаже была сильно задымлена. Тлели постельные принадлежности. В квартире на 1-м этаже звеном ГДЗС найден труп женщины, личность которой устанавливается. Из этой же квартиры в больницу в тяжелом состоянии доставлен 2-летний ребенок, который впоследствии скончался. И уже после ликвидации открытого горения найдено тело еще одной женщины. На момент пожара в доме находилось 6 человек. 3, в том числе ребенка, эвакуировали. 3 погибли. На тушении работали 33 человека и 11 единиц техники. Пожарной сигнализацией дом не оборудован. По данным МЧС, незадолго до трагедии в декабре этого года сотрудники местной пожарной части проводили здесь поквартирный обход. На своих экранах вы видите видеозапись на остановке общественного транспорта. Тверь, площадь Гагарина. Молодой человек стреляет в стеклянную конструкцию остановки. Вскоре сюда приезжает следственно-оперативная группа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили злоумышленника. Им оказался 20-летний местный житель. Выяснилось, что молодой человек, желая похвастаться перед друзьями, выстрелил в стеклянную остановку общественного транспорта из стрекбольного пистолета. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вандализм. О совершенном преступлении в полицию сообщил сотрудник организации, обслуживающей остановки общественного транспорта. Расследование уголовного дела продолжается.